Ушанка – это тренд, который никогда не выйдет из моды для нас. И поэтому мы представляем сегодня главное предложение дня. Абсолютно натуральный мех, натуральная кожа и тепло до минус 30, до минус 40 градусов. Почувствуйте себя прекрасно. Ну и, конечно, наш родной стиль Аля Рус презентует сегодня и расскажет и о модных тенденциях, и о качествах и свойствах нашей шапки. Любимый эксперт, стилист, дизайнер Микола Комендров. С чем же олицетворяется во всем мире именно Россия? Конечно же, с натуральным, роскошным, мягким золотом. Этим золотом является меха, поэтому сегодня главное предложение дня из натурального меха. Некоторые головные уборы будут изготовлены из песца, некоторые из нашего традиционного чернобурой лисы. Внешняя сторона изделия выполнена в виде вот такого контуринга, который полностью обволакивает вашу голову из натуральной овечьей шкуры. Ну и, конечно, внутри вас ожидает мягкая, комфортная подкладка, под которой скрывается натуральная шерсть. Поэтому три главных аспекта – мех, натуральная кожа и овечья шерсть, дающие возможность этому головному убору, традиционно для нашей страны, согревать вас от минус 30 до минус 40 градусов. Головной убор оснащен ушиками, также крепежами для фиксации на затылке, либо под вашим подбородком, и вот такие миниатюрные тоже опушки по краям. В руках у меня классический черный цвет. Вы его же видите сейчас и на Ане. Она его объединяет с темно-коричневым шоколадным цветом нашей дубленки. Гостья выбирает для себя, конечно, белый цвет. Это классический некрашенный песец. И здесь уже добавляется дубленка в бежевом тоне. Также есть джинсовый. Вот знаете, сейчас очень модные джинсовые тотал-луки, да? Поэтому можно выбрать для себя шапку в таком же стиле. Для вдохновения канадский бренд Disquire 2. Они, кстати, каждый раз в коллекциях демонстрируют шапки-ушанки. Это вот тот самый белый. О, белый мне нравится тоже очень. Смотри, какой белый. Шоколад темно-коричневый. Тоже под леопард, да, тоже можно. Вот, да. Это мне подобрал черный Микола. Цвет. Черный цвет, и на мне светло-коричневый, посмотрите. И есть у нас еще, вот он, это я уже, видите, уже модификацию поменяла, да, мы об этом сейчас расскажем. В том числе, потому что непростая шапка, и на Миколе серый цвет. Да. Здесь классический чернобурая лиса, да, и то же самое вы можете сделать. Видоизменить. Я предлагаю сегодня вот именно оттенок, который на мне, выбирать в первую очередь для мужчин. То есть это для него будет классический, будет сочетаться со всем гардеробом, который есть у мужчины, и действительно необходимая шапка для всех. 100%! То есть универсальная шапка, унисекс, роскошное предложение эксклюзивно для телеканала «Именинника», для телезрителей, ведь мы благодарим вас за доверие по цене 4499 рублей. А шапка такая автоматически делает вас и ваш образ роскошным, богатым, потому что вы видите, сколько меха. Такие шапки стоят на рынках, конечно, в десятках тысяч рублей, да, исчисляется стоимость. И давайте обсудим теперь вот прям поподробнее, потому что мне хочется сказать, что часто люди не покупают, потому что цены, да, на меховые изделия, из натурального меха, они кусаются, и приходится выбирать себе что-то не такое эффектное. А ведь именно мех делает образ дорогим, да, роскошным, элегантным. Он его делает дорогим, роскошным. Это действительно очень подходит нашим реалиям, да, нашей холодной и суровой погоде. Мех, в принципе, является действительно таким олицетворением русского стиля, поэтому это уж, как говорится, нам сам Бог велел его носить. Плюс это, конечно, качество исполнения. И хочется отметить, что даже в прошлом году этот головной убор на нашем телеканале был представлен в среднем до 6 тысяч рублей. В магазинах на кассовых модулях они стартуют от 7-8 тысяч рублей. В люксовых брендах такие головные уборы, как я уже сегодня напоминал, канадский бренд Disquire 2, то это в среднем стоимость около 80 тысяч рублей. Здесь натуральная кожа. Причем очень тонкая такая ягненка. Натуральный мех, либо песца, либо, как на мне, чернобуры. И, конечно же, возможность подстраивать ее под вашу форму головы. Эластичная резинка зафиксирована на тыльной стороне, а под ней находится вот здесь на люверсах специальная кулиска, которая обеспечивает соединение и уменьшение головного убора. Поэтому сегодня головной убор вы покупаете папе, себе и даже детям. То есть можно сегодня сделать семейный заказ на в среднем 3-4 головных убора сразу, в одни руки. Выгодный заказ будет. И более того, заказ у нас уже с бесплатной доставкой, если вы оплатите картой сразу, еще и 10% скидка будет. Достойное предложение на всю семью. Согреют вас этой зимой. Вторую зиму
подряд уже хит сезона. Вы любите и просили шапку в этом сезоне. И поэтому мы повторяем специально для вас в день рождения телеканала такое супер предложение. Стильное решение а-ля Рус для вас, наши любимые, дорогие, чтобы вам было тепло, чтобы вам было хорошо. Ведь сразу ассоциация у нас с Россией – это шапка-ушанка. Но они сейчас вот такую модификацию произвели, что выглядит это дорого, стильно, можно носить, конечно же, с любым образом. Я вот знаю, мама у меня учитель, да, более 40 лет стажа, она вот никогда не пойдет в вязаной шапочке, да? Она зимой выглядит обязательно вязаная шапочка, она... элегантную. Да, она, во-первых, больше как олицетворение молодежи, во-вторых, да, шапочки вязаные, они быстро выходят из строя. Если они недорогие из акрила, то это постоянные катышки, это уже внешний вид, не статусный. В Сибири, за Уралом, мне кажется, шапочка из трикотажа вообще ни о чем. Вот шапка-ушанка, mm-hmm. вот вам, пожалуйста, различные бренды, которые всегда добавляют стилистику нашей шапки. Иностранцы, когда приезжают в Москву на Красной площади, они покупают шапки в розовом, в синем, в желтом цвете. Шапки-ушанки – это такое тоже олицетворение, как бы, что привести из России. Ну и, конечно же, любые какие-то кинофильмы снимаются именно с таким же лицом. Вот, кстати, русскоязычная блогер, которая проживает в Америке, делает такие шутливые видео для того, чтобы еще больше усиливать то, что она русская. Во время английского звучания она иногда переходит на русский, наш традиционный язык. И это, конечно, умиляет аудиторию. И она, конечно, либо в косынке, либо в нашей шапке. Все. Этого достаточно, чтобы понять, что да, вот она, наша энергия. И у нас отзывы. Вероника Евгеньевна пишет: покупала подобную шапку из меха песца на телеканале в прошлом году. Очень качественная и теплая. Выгляжу очень стильно в ней. Рекомендую. Спасибо за отзыв. У нас цена 4499 рублей только сегодня, в честь дня рождения канала. Скажи, пожалуйста, шапки, говорят, подходят, да, определенному лицу. Нужно подбирать свою. Наша шапка кому подойдет? В данном случае шапка у нас с вами универсальная. Опять же, за счет того, что ушки можно перестегивать над подбородком, на затылке, вверх на макушку. Ой, тем самым красота. Вы корректируете по своему силуэту. То есть достаточно объемное лицо уводите и закрывайте, пусть они вот так нависают. Давайте я вам даже мастер-класс покажем. То есть если у вас острые скулы, то просто бросаете ушки вот так. Если у вас, наоборот, овальное лицо, то вытягиваете его в среднем, знаете, не на затылок, а вот где-то между темечком и затылком. Если лицо у вас достаточно треугольное, сразу уводите наверх. Все, то есть очень удобно и комфортно. Единый размер 52-56 для ваших стильных зимних образов. Хит сезона в честь дня рождения канала. С праздником!